Так, всем привет! С вами Мафиозик 52, и это вторая миссия с названием Райдер. Какая странная улица. Ну ладно. Я не знаю, почему ее так назвали, но в честь этого. Короче, звонит телефон, это Свит. Головой. Да, я все понял, да. Ну ладно. Right there. Надеюсь, вы не против, если, ну, это, если все будет на английском. Короче, сейчас мы поедем постригаться, а потом в пиццерию. Зачем она... Вот это я не понимаю, зачем она в пиццерии. Там какой-то чувак с дробовиком будет, нас хочет убить. Ну, это с рук не сойдет. Диджей Си-Джей. Что-то не отличается, только буквы поменяты. Так, что же выбрать? Ну, за 80 можно попробовать. О, оборотка. Да, оборотка. Круто. Ну все, оборотка хватит. Сам ты крейзи. Ладно, теперь идем в пиццерию кушать пиццу. Ха-ха. За 2 бакса. Или спецстон, смотрите на меня, я кручу всех. Гони, блин, башки. И откуда ни возьмись, у него появляется дробаш. Как так можно? На машину не обращайте внимания, можете ломать. Хотите, задавите и берите дробаш с 7 патронами. Ну хотя бы что-то. Вопрос, куда делась кепка Райдера? Ну ладно.
все равно всем пока.